Всем привет, меня зовут Андрей, я являюсь организатором проекта Hip-Hop to North с российской стороны. Уже 2 года при поддержке норвежского баринского секретариата мы сотрудничаем с организацией Dance Lab и Ярель Туре. К сожалению, это все проходит в онлайн-режиме, но мы очень надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем встретиться лично и уже познакомиться. Сейчас мы ведем активную подготовку к онлайн-участию в фестивале Arctic Jam. Рядом со мной сидит художник Артем Хазанов, который рисует арт-объект. Вы сможете увидеть процесс создания этого объекта в Тромсе. А также он готовит выставку своих картин для онлайн-участия в галерее, о которой он сейчас подробнее расскажет. Всем привет! В своих последних работах я использовал технику такого детского рисунка, потому что детское творчество очень честное и очень чистое, на мой взгляд. И с помощью таких детских рисунков я пытался обыграть сложные и взрослые проблемы. Мне в этом помогал мой сын, ему 2 года и 8 месяцев. Вот эту работу, которая сзади меня, мы рисовали вместе с ним. К сожалению, не получилось привести нашу выставку в Норвегию, но вы сможете ее увидеть в онлайне. Ее будут показывать на стенах через проектор, так что приходите и смотрите. Как правильно подметил Артем, мы не смогли приехать в этом году, и очень надеемся, что в будущем году мы сможем посетить Норвегию, и вы сможете приехать к нам в гости и уже вживую познакомиться с представителями хип-хоп-культуры Архангельской области. До встречи, друзья!